10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. И там сразу видно, что нам нужно запасать на что становится наше спасибо. А сразу же в этот раз, ой-ой-ой, война, он поднимает спасибо. И красиво, видно, пускай спасибо вперед. Открыл поставку, спасибо. И да, штат мы сделаем, давайте забор. Лайн третий, затыка четвертый. Ошибка. Много ладно устроил, молодец, будет бетона. Предпоследний. Шаг шведский лидер, делал все хорошо лидера. Опыт пилот из Москвы. Район сегодня. Больше мне надо сейчас какой-то выход сказать. И у нас за второе место встречается Богдан Жаван, Саны Новый и Сергей Кадонова. Я тут управляю, пишу твоего пока, да ты слышишь, четвертый. Один пару калитку, кружки, кавы, это не было. И известно, проиграть его соседи, пару поворотов кружки. Какой сейчас команда в Новой Алексеевой, не знаю, правая рука. Какие-то? Итак, Садык начинает рисовать, и Марк Медалёв! Ошибка Влада теряет Марк! Не, на ноль место пока должен терять Влад, открыл Григорьев, он туда пойдет, пришивай ему. Затянули, смотрели по трассе, по дорогам, двойной сейчас борьба. За второе вещи между Мазаевичем, четвертое, пятое, Садыков и Ларин вырывает на четвертое место в дуэли. Еще одна ошибка была на Садыковой, порвались еще ниже. Итак, Кадонов двойной вводится между собой. Шатов достаточно близко к ним, но... Ой, считается борьба за второе место бойцов перед Кадоном. Красиво идет в полевой. Внимание, Андрей Сергеев, что такой группа идет. И далек от Кадонова. Даже двойной выпускает команду, но держит машину. Сумеет спасти еще одну машину. Спасибо, Андрей. Минута 40 опасается финального заезда, Павел Волков, 17 веков, третий этап Кубка России. Это, кстати, челлендж 2020 года. Так, перерализируют. Окружил Гамир Фадеева. Ой-ой, скоро не уйдет, два вечера пропускать на трон. Ох ты ж там. Маша сладкая, все всю красу перебежал. Один шаг брат. 25 секунд по загонке. Андрей, возьми, спасибо. 15 секунд до конца заезда. Войнов уже приближается очень близко к шагу.